Друзья, доброе, предоброе утро. Мы уже четвертый день находимся в Бодруме, в отеле, который называется Middletown Hotel. Да, такое вот название его хитрое. Это отель, который, можно сказать, открылся в этом году. Раньше он назывался по-другому. И, друзья, каждое утро, когда ты выходишь, ты радуешься виду, который у тебя из балкона. Смотрите, ну красота! Вот наш балкончик. У нас, можно сказать, такая здоровенная такая лоджия, ложа, как назвать, здоровенный балкон. Вот номер 8101. Сразу тут внизу у нас бассейн. Что можно сказать? Да, на четвертый день уже, да, как-то уже все акклиматизировался, все уже устраивает. Те погрешности, которые были в отеле, уже все сглаживается. Плюс, как бы, что самое интересное, что стали как бы кормить лучше. Скорее всего, связано с тем, что вот уже наплыв туристов такой большой. Есть и туристы с Польши, ну, с Украины, конечно, с Турции. И вчера заехали с России. Так что, ну, как бы, контингент довольно-таки большой. В основном всех селят, вот что самое такое, наверное, печальное, это селят вот именно сюда, на вторую линию, можно так назвать. Да, каждое утро начинается с разминочки ног, вот таким ступенечкам. Тут вообще, как бы, да, отель, вот его фишка, самое главное, это виды. Виды этого отеля на море, на природу. Ну, вот смотрите, вот я иду, и море. Вот, да, но единственное, что вот, видите, то есть дорога, вторая линия, это вот, ну, можно сказать так, на второй линии, хотя это все считается первой линией. В Египте это бы так считалось, наверное, да? Вот. Вот, отельчик Middletown Bodrum Beach Hotel, хотя, видите, название Middletown Hotel, то есть, как названия такие вот, ну, как бы на браслетах, вот такое название. А сейчас я вам хочу показать номер, в котором я живу. Вот смотрите, это, как бы, грубо говоря, первая линия, дорога, это вторая линия, хотя отель считается, что первая линия. Вот, через дорогу, это, можно сказать, первый этаж. Так, чтобы вы понимаете, на каком этаже я живу. Первый, поднялись по лесенке. Второй этаж, так. Еще поднимаемся. Да-да-да-да-дын. Третий этаж. Дальше. Та-та-та-тан-тан. Четвертый этаж. Дальше. Пятый этаж. Шестой этаж. И вуаля, тут бассейн. Шестой этаж это, если так считать. Посмотри, вот тут штыри. И дальше мы еще поднимаемся. Буквально чуть-чуть. И вот седьмой этаж. И вот наш номер 8101. Ха-ха-ха, поднялся, а карточку забыл. Итак, друзья, будет сейчас обзорчик номера 8101. Это семейный номер в отеле, который называется Middletown Hotel Bodrum Beach. Вот так. 8101. Дается вот в такой вот книжечке. Открываем. Вода. Заходим. И смотрим. Так, друзья, что здесь есть? Первое, мы заходим вот в такую комнату, так называемую детскую. В детской комнате что есть? Вот новый телевизор.
Единственная вещь, которая есть новая в этом номере, это новый телевизор, но единственное тоже, что он как бы не работает. Вот что-то не подключили нормально. Дальше два бра, которые работают. Есть окошечко. Да, минусик почему-то нету этой штучки. Выход на балкон. Виды просто на миллион. Такой большущий балконище. Есть столик, три стульчика. Дальше здесь есть в номере, вот в этой в первой комнате, такая тумба. Но, друзья, она не открывается. Ее очень красивенько покрасили. Дальше два односпальных, даже может быть чуть больше, чем односпальные кровати. Такой вот пуфик. Вот такой вот косметический ремонт. Такие синие тона, темно-синие. Потолок белым покрашен. Такой ужасненький кондиционер, который вот он у нас включен 24 часа в сутки. Если его выключить, вот эта штука даже не опускается. То есть он так вот работает. Далее. Проходим в коридорчике. Свет тут вот так включается, что очень удобно. Вот карточка. Сюда ее надо вставлять. Ну, карточка не нужна. Дальше проходим в ванную комнату. Вот тут свет, туалет, туалетная бумага, душ. Что очень удачно, есть окошечко, которое вы открываете. И, извините меня, сидите в туалете, так вы поднялись у моря. Море. Ну, круто, короче говоря, да. То есть, где бы вы такое еще увидели? Так, вот так интересно закрывается. Зеркальце такое есть, фен, собственно, зеркало. Ну, очень видно ваше личико прекрасно, хотя зеркало, ну, есть нюансы, да. Есть нюансы, что раньше здесь были такие дозаторы мыла. Сейчас все классно. Выдают шампунчики, хэйр-кондиционер, потом, так, шампунь и... И где-то здесь оно было. А где же оно было? И, короче говоря, гель для душа был, точно. Почему-то я его не вижу. Ну вот видите, есть минусик. Да, не положили. То есть шампунь, хэйр-кондиционер. Хэйр-кондиционер, нафига они? Не знаю, ну вот так, да, как бы есть, да, кстати, есть еще мыльце такое, тоже все, можно сказать так, с логотипом Middletown Hotel. Одно мыльце у нас здесь, вот такая как бы круговая раковина, ну, нормально. Вот здесь душ, есть даже сверху такой душ и вот такой, то есть два душа, которые, в принципе, работают, все нормально. Горячая вода вот так включена, она тоже есть, место для мыла, здесь, опять-таки, повторюсь, были... такие дозаторы для мыла еще в прошлом отеле. Сейчас, видите, все круто, дают вот эти. Но надо будет сказать, что вы дали нам еще шампунчики и гели для душа. Дальше выключаем свет. Это такой вот такой мини-коридорчик. И дальше еще одна комната. Это, скажем так, родительская. Здесь есть свет один. Свет второй. Вид из окна, конечно, не камильфо. Но, тем не менее, вон можно увидеть пальмочку, да? Тут, собственно говоря, вид не нужен. Зеркало, такой стол. Здесь, типа, такое даже для, как бы, для места для клавиатуры. Здесь такие тумбочки. Тумбочки, ну, видно, что покрашено. И это все покрашено. Этот кондиционер у нас не работает. Место для чемоданчика. Такая вот тумба. Ну, там можно внизу ложить обувь. Дальше вот такая двухспальная кровать. С одной стороны, с другой стороны тумбы. Тоже все покрашено белым цветом. И такой шкаф-купе. Здесь у нас уже вещи. Сейф есть бесплатный, но он у нас тоже не работает. Далее. Кстати, в той комнате я не показал вам еще холодильник, где находится. И вот такие здесь тумбочки. В принципе, как бы места для того, чтобы положить одежду, предостаточно. Даже вот тут картина какая-то есть, Репина. Вот там она. Видите, но она почему-то не приделана. То есть есть в отеле много нюансов. Ну, как бы здесь вот мы ночуем уже три или четыре ночи, уже сбился со счета. В принципе, спать комфортно.
Да, вот в этой комнате еще розеточка одна. Там розеточка. Здесь имеется холодильник, но он не работает. Да, много, друзья, минусов в этом отеле. Но самый большой плюс и жирный – это вот этот вот вид, который, можно сказать, так сказать, на миллион. Вот так открыли, выходим. Вот такая классная терраса. Сразу тут, друзья, бассейн, все рядом. И вот, в принципе, такой большой плюсик. Друзья, ну и вот такой на классной морской ноте, хотя обзорчик-то номера. Я прощаюсь с вами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Всем пока и до новых встреч. И, друзья, побольше путешествий. И даже в такое путешествие тоже классно, потому что море, извините меня, смотрите, классное. Вот сюда, к этому месту, причаливают яхты с экскурсией с Бодрума. Круто. Пиратские яхты. Вот такой вид на миллион. Друзья, ну все, всем пока. До новых встреч.